Добрый вечер, дамы и господа. Прослойка от третьей ханукальной свечки. Эту прослойку я хотел бы посвятить своему дорогому первому еврейскому учителю Араву Абе Давид Гуревичу. Вот изображение миноры в храме, о котором сегодня пойдет речь. Как оно изображается на арке Тита, на барельефе этой арки. У некоторых древних, да и современных авторов вызывало смущение и возражение по поводу структуры основания этой миноры, да так и ее ветвей. Были ли они изогнутыми или были ли они прямыми? Источником этого вопроса является диаграмма, написанная Рамбамом, нарисованная в его комментарии на Мишну, на раздел Менахот. Некоторые известные великие современные авторы считают, что минора выглядела именно так, то есть с ровными ветвями. Если мы посмотрим на это изображение миноры, то мы увидим с вами, что, во-первых, верхние места для свечек не находятся на одном уровне, а некоторые из них вообще находятся перпендикулярно, то есть масло из них просто бы вылилось. Поэтому навряд ли даже Рамбам, когда рисовал эту иллюстрацию, подразумевал сделать точное изображение самой миноры. Но в любом случае, также Раши в своем комментарии к Торе, описывая строение миноры, говорит, что ее ветви поднимаются в алахсон, что в принципе означает диагональ. Однако, стоит ли нам сделать такое утверждение по поводу Раши, человека, который относился всегда очень-очень бережно к еврейской традиции и никогда не высказывал своих мнений вперекор еврейской традиции. Давайте посмотрим, какие изображения миноры есть у нас времен самого храма или раннего веков этой эры, сразу после разрушения храма. Ну вот, пожалуйста, допустим, минора первого века этой эры, до разрушения храма в синагоге в городе Магдала. Довольно, как вы видите, изогнутые ветви миноры этой. И тренога у основания. Вот другое изображение миноры в синагоге в Пекин. Тоже ветви полукруглые. Пожалуйста, наиболее интересная вещь – это прутот, монеты времен первого века до этой эры, времен последнего хашмунаевского царя Антигонуса Матитьяу, который, явно намекая на чудо Хануки, делал минору символом своей царской власти. Обратите внимание, ветви довольно изогнутые, полукруглые. Вот другие прутот на монетах этого же царя. Как говорится, других комментариев, наверное, к ним и не нужно, и так все видно. Вот, пожалуйста, минора, изображенная на стене в одном из домов в Верхнем Иерусалиме времен царя Ирода. Как вы видите, тоже изображается минора на неком треугольном основании, может быть, подразумевается тренога, плюс довольно изогнутые ветви. Очень интересно отметить, что евреи очень часто изображали минору храмовую на трех ногах и семисвечные с изогнутыми свечами на лампадках, которые использовали, очень может быть, для зажигания субботних свечей. Но миноры на лампадках – это очень-очень частый символ. Существует буквально сотни, а может быть, даже и тысячи различных откопанных минор еврейских, точнее лампадок, на которых изображаются миноры, тоже 1, 2, 3 веков. Обратите внимание, минора на еврейских лампадках изображается всегда с изогнутыми полукруглыми ветвями. Как, кстати, говорит нам древние источники информации Филон Александрийский, Иосиф Флавий и средневековый комментатор Ибн Эзра. Однако, если вы думаете, что в древности не изображалась минора с ровными ветвями, это не совсем правильно. Вот, пожалуйста, 2 века, 3 века византийские лампадки, на которых тоже изображаются миноры. Большущее спасибо моему другу и учителю Раву Гедалии Шестаку, который обратил мое внимание на этот факт. Обратите внимание, здесь абсолютно ровные ветви.
Единственное, что это христианская лампадка для их ритуальной службы, и вот здесь семисвечники всегда с ровными ветвями. Вот, пожалуйста, еще одна классическая, традиционная, христианская, византийская лампадка. На ней опять изображен семисвечник с абсолютно ровными ветвями. Вот еще одна христианская лампадка с абсолютно ровными ветвями. Вот, чтобы вы не забыли, вот так вот это римских времен еврейская лампадка с изогнутыми ветвями. Такое впечатление, что в древнем мире между евреями и христианами изображение миноры, ровной или изогнутой, было отличительным знаком. Поэтому в свете вот этого выше приведенных картин, а это всего капелька из сотен и тысяч изображений древних артефактов с изображением миноры на них, следует, наверное, все-таки интерпретировать Раши, который бережно относился к еврейским традициям и никогда им не противоречил, что все-таки его понятие «алахсон» навряд ли подразумевает строгую ровную диагональ. Урок из этой прослойки третьей свечки, что надо очень бережно относиться к еврейской традиции. И неважно, какой гениальный может быть автор, может оказаться, что еврейская традиция древняя в итоге окажется не совсем такой, как выводы гениального великого автора. Большущее спасибо всем за внимание. С вами был Барух Юабов.